Во Франции почтили память погибших в серии терактов 13 ноября. Это была очень строгая траурная церемония. Ее провели во дворе знаменитого парижского военного некрополя, Дома инвалидов. На трибунах 2000 гостей. Родственники погибших, те, кому посчастливилось выжить, официальные лица Франции. Все началось с исполнения песни Жака Брели «Когда есть лишь любовь». Звучала и классическая музыка. По нее на большом экране одна за другой появлялись фотографии убитых террористами всего 130 человек. Траурную речь произнес президент Франсуа Олланд. Он в очередной раз пообещал найти и наказать всех виновных и довести борьбу с терроризмом до конца. Завершилась церемония исполнением гимна Франции «Марсельеза».